Простое, но очень вкусное блюдо. На ужин или обед такой диетический плов в мультиварке станет прекрасным горячим, особенно, если вы следите за фигурой. Чтобы плов был диетическим, достаточно заменить мясо, свинину на курицу. Кстати, можно готовить даже плов без курицы, просто с овощами. Мне кажется, что мясо куриное не помешает. Для приготовления диетического плова в мультиварке нам понадобится немного филе куриного, средняя луковица, морковки по вкусу, мне нравится побольше, и специи для плова. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Курицу и лук режем кубиками. Чашу мультиварки смазываем маслом, ставим режим тушения на 10 минут и выкладываем птицу с луком. А пока режем морковку соломкой, можете на терке натереть, порубите чеснок. Добавляем овощи в мультиварку, заливаем 100 мл водой, теплой, не забываем посолить, поперчить, добавить приправы, продолжаем режим тушения на 20 минут, филе должно приготовиться. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Замочите рис в холодной воде, потом в мультиварку выложите головку чеснока целую, а также рис, залейте все водой, 200 мл, ставим режим плов или рис на 20 минут. После сигнала проверьте, готов ли рис, если нет, еще добавьте водой и готовьте минут 10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Рис 300 грамм, курица 300 грамм, головка чеснока 1 штука, лук 1-2 штук, морковка 1-2 штук, специи по вкусу, количество порций 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!